Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами вновь Сергей Остроушко и блог SEOS Games. Я все так же вам напоминаю про просмотр картинок и прослушивание классической музыки. Смотрим, слушаем и развиваемся вместе. И немедленно переходим к нашему упражнению. Левой рукой, левой, мы делаем вот такое положение пальцев. Все классно, а правой рукой большой палец у нас 5 часа за ладошку и на уровне запястья, вот здесь. По команде 1, 2, 3 меняем положение пальцев. Приготовились? 1, 2, 3. Хорошо, еще раз. 1, 2, 3. Можно быстрее. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. И можно выполнять немножко быстрее. Когда освоились и делаем в среднем раз 10-20 без ошибок, добавляем хлопок. Это выглядит вот так. Большой палец за ладонь, это сюда. Приготовились? 1, 2, 3. Приготовились? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Можно быстрее, можно быстрее, можно быстрее, можно быстрее. Есть. Закрепляем. Если для вас по-прежнему это видео было интересным и полезным, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, и дальше будут еще интересные и классные упражнения. С вами был Сергей Остроушко, блог SEOS Games. До новых встреч, пока!